такого искреннего признания юных жителей курорта и их родителей началось празднование дня рождения города-курорта в Лазаревском районе. Пока восходящие звезды пели, танцевали и узнавали историю малой родины, главный лазаревский хоровод водили 22 ноября в Центре национальных культур. В фойе организовали выставку декоративно-прикладного искусства. С праздником нашего города, олимпийского города! Счастья, здоровья, благополучия, долгих-долгих лет жизни! Мы для вас подготовили сегодня насыщенную, интересную концертную программу. Для того, чтобы праздник наш вы запомнили надолго. В зале не было свободных мест. Отметить 177-летие пришли люди разных возрастов и профессий. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов. С радостью, можно и уважением, мы вспоминаем тех людей, которые вложили свое сердце, свое знание, творчество в развитие нашего города, заложили основы для развития нашего города. И в первую очередь мне хотелось бы поблагодарить за работу и поздравить почетных граждан Лазаревского района, поблагодарить и поздравить всех ветеранов, всех отраслей нашего Лазаревского района, потому что только благодаря вашему труду, вашему отношению, вот на сегодняшний день можно было сделать город таким, каким мы имеем. Особый подарок приготовили дошколята из 118-го сочинского детского сада. Солистов сменяли танцевальные коллективы в ярких костюмах. Как всегда в Сочи на сцене представители всех народностей нашего многонационального города. А в зале, сидя на своих местах, русские подпевают белорусам, армяне аплодируют грекам. Это они только внешне разные, а в душе уже давно люди одной национальности – сочинцы. На курорте уже не говорят о толерантности. Здесь так живут – мирно и дружно. Мусульмане ходят в гости к православным, а на вопрос «что желаете родному городу?» почти не задумываясь отвечают – процветания. Чтобы всегда были успехи, чтобы все были добрые, чтобы если кому-то тяжело, другие помогали друг другу. Сочи есть Сочи, да, там уже красиво. За счет этой Олимпиады он развивался и развивается еще дальше и дальше. А хотим, чтобы и наш поселок также был красивым. Мира, добра, чтобы люди были друг другу терпимы и жить ради детей наших. В рамках празднования Дня города в Лазаревском районе прошли десятки мероприятий. Все под усиленным контролем полиции, казачества и представителей добровольной народной дружины. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.